Он вышел из автомобиля, у него была разбита голова. Понятное дело, что он перенес шок. Я сейчас его не оправдываю, я не защищаю. Я просто рассказываю то, как, во-первых, сложилось общественное мнение и то отношение, которое вообще складывается со всех по отношению к нему. Его отвезли в четвертую неотложку, а врачи ему приклеили ватку, ему рану никто не зашил. Она открытая, там дырка. Приклеили ватку, обмотали бинтиком и отправили на Ивана Камышева. Он в изоляторе временного содержания, согласно потому, что ему выписали протокол задержания. Запретили даже передать анальгин от головной боли. Когда я приехала, я с ним уже вторые сутки или третьи, с момента, как там задержание это получилось, у него есть такие моменты, что он находится в таком шоковом состоянии, что он половину не помнит. Единственный вопрос, я пока не могу вам рассказать его показания, что он будет говорить, потому что, это непредсказуемое действие для меня. Но он говорит, что силу удара я помню. Я помню, как был удар. Вот это то, что он помнит. Он признает, что он был за рулем? Он говорит, что если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность. Но точно он не помнит. Он сейчас вообще не... Ему очень сложно.